спускаться очень круто. Можно реально проехаться на заднице. Поэтому надо наступать осторожно. Спуск очень крутой. И нужно иметь сноровку какую-то. Как у горного козла. Скакать по этим кручам. А то прям можно уехать на жопе в море. Вон туда. Оп. Вот такой обрыв там сразу. И поехал вниз. Так что, ребята, кто будет в Крыму, имейте обувь хорошую, кто хочет лазить по горам. А иначе можно получить травму. Спускаться надо очень осторожно. По камушкам, по камушкам. Слава, не сорвись. Да, вид прекрасный. Но мы дальше не пойдем, потому что там обрыв очень страшный. Thank you.